понедельника. Конец войны. Казалось бы, еще чуть-чуть и победа. Все нормально. Там Гриша Жилин, мой ординарец. Парень погиб как герой. Товарищ генерал, давайте. Сам справлюсь. Но стечение обстоятельств может привести к трагическим последствиям. А что здесь военная прокуратура делает? А вы? Старший следователь Жилин. Убитый, я так понимаю, военный. Генерал Жилин. Стойте, это же Никита Илларионович. Ведь у него дочь была. Галя. Я могу платье купить новое. Оружие. Игра дурного слова. Случая способна переплести линии судеб. Ты мне говорил, что Зубов подарил тебе часы во время войны. Ошибся, Петя. Ты не ошибся, а украл. Я вынужден написать на вас рапорт. Ты зачем пришел? Давно вести от тебя не было. И порой те, кто рядом, могут иметь фальшивый облик. Я тебя никогда не забуду. С понедельника на ТВ Рус.